густая кровь, тромбозы, варикозное расширение вен, инфаркты, инсульты. Ну, все, кто хочет эту историю предотвратить или вылечить, как минимум, досмотрите это видео до конца. Здесь я вам показываю лечебно-диетическое профилактическое питание из бурых морских водорослей, у которого сделано на текущий момент уже 7 клинических исследований. Эта линейка специально для сердечно-сосудистой системы, вот, и представлена тремя формулами. Первая из них – это лиофилизированная формула в капсулах. Я сейчас ее высыпала в стаканчик, чтобы вы увидели, что этот порошок превращается в гель. Далее вот такая гелевая форма для питания. И третья баночка – это баночка для внешнего использования, для обертывания. И, кстати, за одну процедуру такого водорослевого обертывания можно скинуть порядка 5-12 сантиметров в объемах. Ну, давайте вернемся. Что же делает этот продукт? Во-первых, он увеличивает поверхностный кровоток, предотвращает повреждение сосудов, снижает проницаемость стенок вен, предотвращая отеки, обладает противовоспалительными свойствами, поддерживает эластичность кровеносных и лимфатических сосудов, профилактирует и лечит хроническую венозную недостаточность, комплексно лечит сердечную недостаточность, лечит варикозное расширение вен, снимает чувство тяжести и усталости в нижних конечностях, снимает отеки во время беременности, да и не только во время беременности. Вот. Ну и самое главное, что занимается ангиопатией нижней конечности при сахарном диабете и атеросклерозе.